Махачкала получит 590 миллионов рублей на ремонт проспекта Имама Шамиля. Деньги потратят на полную реконструкцию одной из самых загруженных магистралей Махачкалы. Выделение средств стало возможным благодаря обращению главы Дагестана Владимира Васильева к правительству России. Ремонтные работы предполагают не только замену асфальтового покрытия, но также и замену инженерных сетей коммуникации и ночного освещения дороги. Реконструкция начнется после завершения подготовки проектной документации.